Всем привет, ребята. Да, сегодня видео не по Toll Tower Defense, а по Pet Simulator X. Кто оут, простите. Но я давно пытался выбить. Ну, поняли кого. Green Balloon Cat. Вот. Конечно, это не все мои питомцы. У меня даже есть питомец на 666. Это мой питомец, который я оставил специально сделал. У меня есть 3 банка. Вот. Мои питомцы. Есть еще. Вот тут мои самые сильные питомцы. Вот они. Ну и тут просто мелочь всякая такая. Снять вот этих. Кто-нибудь помнит? Режим вообще легендарный. Максимальное количество. У меня у меня есть 3 Грим Рипера. Хардкорных. Хоу Хорса. Грим Рипера обычный. Хоу Хорса такой. Хардкорные. Тики Доминусов 3. И вампир Бэт хардкорный. Я хочу пройти, да, у нас 2 миллиарда геймов всего-то тут. Всего-то, да. Даже не триллиона. Я пытаюсь получить триллиона. Я хочу купить Титаника, попробовать, но тут, скорее всего, не получится выбить его. Не получить. Я не понимаю, почему от меня отписываются? Что? Хэллоуин Эвент? Что? Вот. Тэч интро. Вот у меня есть столько ховербордов. Мой любимый тэч. О, что-то новое. Не знал, что что-то добавили. Да. И чё? И чё новое? Это что, блин? Петерлорд у меня. Я вот квесты выполнял когда-то. Мне это давали. Вот это тоже бывало, тут не делал. Это. Комплект. Пятьдесят миллионов, так много, довольно. Ну и вот мастерство у меня. Яйца прокачанные, бустики, коробки, это штука вот эта, энчанты, ты Dark Materia. Вот у меня Dark Materia, что-то я не помню, конечно. Ну или что-нибудь поставлю, Dark Tech. Я не все забыл, потому что я играю довольно давно. Да, был питомец. Я не хочу, конечно, его делать, но пофигу. Не хочу. Как вы знаете, то, что у нас уже это... У меня есть вот такой старый вампир Бэт, типа хардкорный, типа на 3 миллиарда. Ты 57 миллиардов, пон. Я крут, я олд. У меня есть даже вот этот Вавилион, который я продавал за очень дешево. Есть и доминусы разные, ну типа Локи. Давайте 35.
А, ну нельзя. Пожалуйста, нет. Я хочу себе выбить Юга. Но это невозможно. Так, на какой там я локации остановился? Док Сити. Ох, сейчас да проходим. 15 миллионов, миллиардов, ой, миллиардов. Какой самых сильных питомцев? Стой. Ну все нормально, питомцы хорошие. Погнали, что уж фармить. Да что мне так долго? Скажите, как не проходить? Стоп. Можно же вот этих питомцев взять, они же... Ой, нет, не вы. Полное дерьмо взять. Рички, это они были очень дорогими. И теперь нам вот, ну, они дальше будут ломать. И мы можем сидеть. Мини-комета. Пиксель Алпас. Это вроде вот Пиксель Алпас. Пиксель Ворлд. Я помню, тут я пытался выбить, где комета. Комета. Надо перейти. Вот. Сейчас. Да. Где все? Да. Посоветуй мне в какую-нибудь игру другую поиграть. Я хочу поставить, что делать. Я не знаю, поставить. Я не знаю, какие-нибудь другие Tower Defense. Не знаю, что-нибудь такое. А то мы так будем с вами просто в один патинатор играть теперь. В 20-м году. Ой, в 24-м году, точнее. У него играет очень мало человек. Три миллиарда этих только. Надо пять триллионов вот таких.
Я не знаю, как это получить. 5 триллионов в этом. Ну, это, наверное, просто невозможно. То есть можно сказать, что это возможно? Никто. Да. Что делать? Я тут под... Ну, я хочу посмотреть, сколько у меня тебя... Денег-то у меня дофига. Даже если так бы посадить, бесконечно. Вот это могу делать. Я могу быть очень долго нажимать еще. О, ненавижу. Это ностальгия. Ностальгия, скажите ведь. Кто согласен, что это ностальгия? Только я пишу на это. Он же любит ракеты. Я, конечно, ловил ее. Но очень редко она появляется. Тебе так редко, что типа... Ну... Выглядит просто маленькие мысльцы. Ребят, следующий видос будет только тогда, когда будет этот, когда будет на моем канале 1500 подписчиков, будет следующий видос по ТЗ. Сейчас будет опять симулятор только. Ой, ну возможно, что-нибудь другое. Ну, короче. Возможно, я уйду. Вот, да. Я хочу, ребят, 100 тысяч подписчиков, чтобы получить серебряную кнопку. Возможно, будет короче, значит, новый аккаунт создал в стендофе еще, ребят. Возможно, видос по стендофу сделаю. Но не обещаю все. Хотите, я разыграю, я дам просто свои 2 миллиарда какому-то челику. Давайте добьем комнату и будем прощаться. Давай так квинтиллионами. Питомцами.
Возможно, я сделал какой-нибудь видео вообще какой-то, не знаю. На реакцию какую-нибудь. На реакцию какого-нибудь челика там. Жалко, этих питомцев не могу сюда сделать. Они же хардкорные. Хардкор. Хардкорные — это вообще имбовые питомцы. Их можно использовать и в хардкоре, и в обычном. Давайте. Ребят, ну я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. И пока.